расскажем о жизни и путешествиях великого мореплавателя, капитана-командора Витуса Беринга. Вот маршруты его экспедиции. От Петербурга через всю страну по рекам Сибири до Охотского моря. От Охотска через Камчатку к Ледовитому океану. От Петропавловска к берегам Америки. 50 тысяч километров, 17 лет жизни. Мы пройдем путями его экспедиции. Познакомимся с документами двухвековой давности. Прочтем записи самого Беринга и его товарищей. Лейтенанта Вакселя, ученого-натуралиста Стеллера, флотского мастера Сафрона Хитрово. Остров Беринга. Сказать, пишет Стеллер, что он, Беринг, был похоронен заживо. Сыпаться со стен пещеры и покрыл ему ноги, он больше не желал, чтобы песок убирали, так как песок доставлял ему немного тепла, в котором Беринг нуждался. Таким образом, умирая, он был уже наполовину зарыт в землю. Его мертвого пришлось откапывать, чтобы перенести на место вечного упокоения. Витус Беринг родился в Дании на Ютландском полуострове в городе Хорсенсе в 1681 году. Отец Беринга служил в церковном старстве. Мать происходила из знатного рода, но были они бедны. Все наше состояние – это старый ветхий домик, в котором мы живем. И та малость движимого, что в нем есть, и ценность его невелика. Всего 214 риксталеров, 5 марок и 9 скиллингов, гласит одна из записей о наследстве. Thank you.
Почти 300 лет назад в этой церкви крестили Беринга. Сохранилась запись о том, что младенца нарекли Витус Йонас Беринг. Детство и юность Беринга прошли у моря, на берегу фьорда. Вероятно, здесь и зародилась его мечта увидеть другие страны и народы. Впоследствии из России он напишет: «Я должен признать, что желание моей молодости путешествовать исполнилось». В первое плавание Беринг отправился на голландском корабле к берегам Индии. Вернувшись из Индии в 1703 году, Беринг поступил на службу в русский флот. Россия в то время воевала со Швецией, а Дания была союзницей России. С одной стороны, участвуя в войне со шведами, Беринг выполнял свой патриотический долг. С другой, служба во флоте Петра Великого сулила ему возможность быстрой карьеры. Петр вывел Россию к морю, строил на Балтике новую столицу. Он превратил страну в одну из могущественных держав мира. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки, говорил Петр. Его давно занимала мысль, существует ли проход судам через Ледовитый океан в Китай и Индию. Другими словами, есть ли пролив между Азией и Америкой. Проблема эта вовсе не была чисто научной. Она волновала не только россиян, но и европейцев, прежде всего своей практической, деловой стороной. Это был вопрос о кратчайшем морском торговом пути в страны Востока. За 3 недели до смерти Петр собственноручно написал инструкцию. «Надлежит на Камчатке или в другом там же месте сделать 1 или 2 бота с палубами. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норт. И по чаянию, понеже оной конца не знают, кажется, что та земля часть Америки. И для того искать, где оная сошлась с Америкой, и самим побывать на берегу, и, поставя на карту, приезжать сюда, Петр». Волею Петра в феврале 1725 года из Петербурга отправилась экспедиция, во главе которой был поставлен капитан флота Витус Беринг. С собой везли паруса, снасти, якоря, цепи, гвозди для постройки судов, продовольствие. За 1,5 месяца, пройдя сухим путем более 2500 верст, добрались до Тобольска. «Из Тобольска, — писал Беринг, — отправился водою вниз по реке Иртышу на 4 дощанниках, на которые погрузил команду и все материалы, привезенные из Санкт-Петербурга, —
и взятые в Тобольске. Тобольска, по рекам, где путь имели, живут остяки, которые прежде были идолопоклонниками, а ныне через труды тобольского митрополита Филофея приведены в христианскую веру. Дощанниками идти было не можно, понеже глубины малы, двигались суши. Перевозка припасов сопряжена была с большим трудом и задержками, так как едва удалось собрать нужное число лошадей для перевозки грузов. Прибыв, наконец, в Енисейск со всей нашей тяжеловесной и громоздкой поклажей, мы немедленно опять приступили к погрузке в другие суда, которые для нас уже были заранее приготовлены.
от Енисейска до Илимского устья шли вверх рекой Енисеем и Тунгусскую, тоже на дощаниках. По реке Тунгуски имеются три порога и несколько шевер. Порог, разумеется, что через всю ширину реки под водою каменье великое, а проход судам только в одном месте, али в двух. А шевера также имеет каменье под водою, и сверх воды небольшие. Протязается по реке на версту и на две, и на оных местах не с малым трудом переправлялись. Пришлось оставить наши суда и принять меры к заготовке потребного количества лошадей, чтобы двинуться в путь до села Усть-Кут на реке Лени. От Усть-Кута на построенных 15 барках отправились вниз, рекою Леною до Якутска.
по реке Лени, по обе стороны и вокруг Якутска, и даже в самом городе живут иноземцы, ясашные якуты. Якуты веру держат идолопоклонническую, кланяются солнцу, луне, да и за птиц лебедю, орлу и ворону. Имеют у себя в великой части ворожей, которые по-тамошнему называются шаманы. До Охотского острога на лошадях, а провиант везли вьюками и клали только по 5 пудов на лошадь. Из 663 лошадей 267 пали, не выдержав тяжести пути. Путем оголодала вся команда, и от такого голоду ели лошадиное мертвое мясо, сумы сыромятные, платья и обувь кожаные. Через 20 месяцев после отъезда из Петербурга, пройдя по рекам и посуху около 10 тысяч верст, Беринг со своим отрядом вышел к Охотскому морю.
В очередном рапорте Беринг сообщает сведения об Охотске. Острог стоит на берегу реки Охоты. Жилья в нем 11 дворов, и более никакого строения не производилось. И жить было негде. И леса, и травы в нем не растет, и близко не имеется, ибо место болотистое. По прибытию приступили к заготовке бревен для строения пакетбота. И плавили бревна по реке за 30 верст и более. А в устье реки расположен песчаный бар, положение коего часто меняется ввиду прилива, и по малой воде проходить его судам весьма опасно, понеже окажешься на мели. Наконец, в 1727 году небольшое суденышко, названное «Фортуной», вышло из Охотска и направилось к берегам Камчатки. «Весьма желали, — писал Беринг президенту Адмиралтейств коллегии графу Апраксину, — идти кругом Камчатского носа, но для осеннего времени и за жестокими ветрами на таком карбасе идти не посмел». Беринг принял решение переправиться со всем грузом на западное побережье Камчатки, в Большерецк. Теперь предстояло зимой перевезти посуху все снаряжение в Усть-Камчатке, на восточное побережье, за 900 километров. О переходе через Камчатку Беринг пишет. Часть грузов переправляли по тамошнему обычаю на оленях и на собаках. Езда на оленях имело неудобство. Оленей надобно было отправлять пастись, и на это тратилось много времени, так как всякий раз приходилось их ловить. Собак же постоянно держали при себе. Ночью спали с ними в одной яме, так что пользовались их теплом, а в дальнейший путь отправлялись в любую минуту по желанию. Каждый вечер в пути для ночлега выгребали себе станы из снегу. Понеже живут там великие метелицы, которые по-тамошнему называются пурги. И ежели застанет метелица на чистом месте, а стану себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают. В марте 1728 года, пробыв в пути более 3 лет, преодолев расстояние в 12 тысяч километров, экспедиция Беринга достигла берегов Тихого океана. По прибытии моем в устье реки Камчатки заложили бот, который с Божью помощью построили, и, нагрузя его всякими припасами, чтобы можно было 40 человекам пропитаться год, вышел в море. Исследовал данные мне собственноручно инструкции Его Императорского Величества Петра Великого, как о том сочиненная карта показывает. Погода облачная,
27 июня миновали мыс Святого Фадея. При мысе сём встречали мы множество морских зверей и разных птиц, так что море казалось живым. Августа мичман Чаплин, отправленный на берег на поиски пресной воды, обнаружил жилища, в коих по приметам жили люди. Вскоре появились хозяева, а о себе сказали, что чукчи, и что живет их чукоч на берегу великое множество. Сказали, что родичи их ходят на реку Колыму сухим путем на оленях. И до той реки на море всегда носит льды. А еще сказали, что земля недалече отсюда будет воротиться к западу. Это мыс Дежнева, самая крайняя точка азиатского материка. Беринг шел проливом, не подозревая, что в 80 километрах, скрытый дождем и туманом, лежит противоположный берег, берег Америки. августа, находясь на широте 67 градусов 18 минут, Беринг повернул назад. Дождь и туман по-прежнему закрывали американский берег.
1 марта 1730 года, после 5-летнего отсутствия, Беринг вернулся в Петербург. Сенат и адмиралтейство коллегия отнеслись к нему с недоверием. Ведь он видел только один берег и не мог доказать, что действительно нашел пролив, хотя и представил подробную карту и отчет. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» поместила заметку о том, что капитан Беринг открыл северо-восточный проход. Несколько позже эта заметка была перепечатана в Дании, в газете «Копенгагенские новые ведомости», где говорилось, что из реки Лены, если тому не помешают льды, можно на корабле достигнуть Камчатки и оттуда плыть в восточные страны. Официальные круги продолжали сомневаться в действительности открытий, сделанных Берингом, и тогда он предложил организовать новую экспедицию. В 1732 году Беринг добился высочайшего согласия Сената и спустя год отправился во главе Великой Северной экспедиции к берегам Тихого океана. Это было грандиозное предприятие. В нем участвовало более 10 тысяч человек. Отдельные отряды исследовали и положили на карту все северное побережье России. В Сибири и на Камчатке работали ученые Российской академии наук. Сам Беринг готовился к плаванию в Америку. 6 октября 1740 года двухмачтовые суда «Петр» и «Павел», построенные в Охотске, достигли Камчатки и вошли в Ивачинскую бухту. «Место это, — пишет лейтенант Ваксель, — мы назвали Петропавловским портом, поскольку оба наши судна, носившие имена святых Петра и Павла, были первыми кораблями, которые воспользовались этой гаванью. По моему мнению, это наилучшая гавань из всех, которые мне приходилось когда-либо видеть в своей жизни. Здесь мы провели всю зиму, обсуждая маршрут предстоящей экспедиции. Помощью Божией начат сей журнал на пакетботе «Святой Петр». 4 июня 1741 года вышли под парусами из Авачинской бухты и взяли курс к предполагаемой земле Хуана де Гамма, означенной на карте, представленной профессором Делакроером. 2 недели шли мы избранным курсом, но никаких признаков земли не встречали. «Кровь закипает во мне каждый раз, — пишет Ваксель, — когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были ввергнуты этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. И в туман мы разлучились с нашими товарищами, плывшими на Святом Павле. Мы искали их в течение 3 дней, но не могли, однако, найти». Это подлинная карта, составленная за время плавания на пакетботе «Святой Петр». Не найдя означенной земли, мы изменили курс и уклонились к северу. Через 30 дней увидели землю. Перед нами находились горы, покрытые снегом. Это была Америка.
Все обратились с поздравлениями к командору, но он, казалось, был равнодушен к своему открытию. Мы не знаем, где мы, как далеко от дому и что нас ожидает впереди. Приблизившись к берегу, бросили якорь и отправились на розыски пресной воды. Стеллер жаловался. 10 лет готовилась экспедиция, а на исследование Земли дали мне 10 часов. Якобы пришли сюда для того, чтобы американскую воду перевезти в Азию. Однако дальнейшие события подтвердили опасения Беринга. На корабле началась цинга. О положении на судне рассказывают записи, сделанные Вакселем, и заметки в судовом журнале, который вел Сафрон Хитрово. Больных, господин капитан-командор, прочих служителей 32 человека. Жестокий шторм со страшными сильными шквалами, отчего в великом страхе себя находим. На правой стороне отбило пушечный борт, унесло в море. Без солнца и определиться не можем, и не ведаем, где находимся. Такелаж от снежной мокроты и от морозу обледенел. Больных, господин капитан-командор, прочих служителей 36 человек, и с великою нуждою остальными служителями чинится управление судном. Наконец, утром 4 ноября с корабля увидели высокую землю. Открывшаяся земля казалась Камчаткою. Все, кто держался на ногах, собрались в каюте командора и решили следовать к берегу, чтобы спасти судно и служителей. Ввиду самой земли, волею Божию, умре барабанщик Осип Ченцов, умре сибирский солдат Иван Давыдов. Свозили. Несколько человек скончалось в лодке, так и не ступив на сушу, а несколько человек умерло уже на берегу, вскоре после высадки.
20-го дня волею Божию великим ветром пакетбот с якоря сорвало и выбросило на берег близ нас, и его весьма сильно повредило. Немногие наши люди, оставшиеся на ногах, наблюдали это печальное зрелище, но не могли подать судну никакой помощи. Скоро мы убедились, что находимся на острове. Это известие подействовало на всех, словно удар грома. Мы ясно поняли, в какое тяжелое и беспомощное положение попали, и что нас ожидает полная гибель. Великой радости нашей, на острове оказались морские звери, за которыми охотились наши люди, не потерявшие способности ходить. Они добывали мясо как для своего пропитания, так и для лежачих больных. Порции, приходившиеся на долю каждого, бывали, однако, настолько малы, что мы были вынуждены употреблять в пищу даже и внутренности этих животных. Декабря 1741 года скончался капитан-командор Витус Беринг. Похоронили его по протестантскому обряду поблизости от становища. Оставшиеся в живых провели на острове 9 долгих месяцев. Из обломков своего корабля изготовили небольшое судно и возвратились в Петропавловск. Оставленному острову дали имя Беринга. Это был справедливый человек. За приветливость и спокойствие он пользовался всеобщей любовью и уважением как среди офицеров, так и среди команды. Порученное дело он исполнял с крайним разумением. Вину ему можно поставить слишком мягкое обращение с подчиненными.